звукорежиссера отсидели в двухместной камере 20 лет. Их выпустили в один день, они вышли из тюрьмы. Возле ворот поговорили полчаса про звук и пошли домой. Позади дожди и города оставляет перелетных стая. Не грусти, прощай, прости. Если мы не пьем алкоголь, мы пьем чай. Чай облепиховый, самый вкусный. Остаться, но впереди... Ну что, погнали? Вершина совсем рядом, но не в этот раз. Все самое интересное впереди.